Закончились новогодние праздники и вновь начались обычные будни. Дети пошли в дошкольные учреждения и школы. В связи с этим для напоминания родителям о правилах перевозки несовершеннолетних детей в автомобилях 16 января сотрудники госавтоинспекции провели профилактическую операцию «Пристегнись». Основной ее целью является профилактика дорожно-транспортного травматизма и привлечение внимания общественности к актуальным проблемам безопасности. Сегодня на территории Кашхабльского района около образовательных учреждений сотрудниками госавтоинспекции проводится профилактическое мероприятие «Пристегнись». Целью данного мероприятия является популяризация использования детских удерживающих устройств и также детского автокресла при перевозке ребенка, не достигшего 12-летнего возраста. В то же время стоит отметить, что согласно статистике, использование детских удерживающих устройств, а также детского автокресла позволяет снизить детско-дорожно-транспортный травматизм на 71%. Уважаемые родители, будьте внимательны к подрастающему поколению. Берегите своих детей.